Друзья, всем привет, на связи, как всегда, Cloud Geo. Сегодня говорим о проекте Grass, попробуем определить, когда у нас будет дата листинга, а также поговорим о новой эпохе, которая уже наступила. Ранее я рассказывал, как продавать монеты Grass, и сегодня мы тоже немножко затронем эту тему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приятного просмотра. Итак, перед тем, как мы поговорим о новой эпохе, важно затронуть те обновления, которые есть в Твиттере, которые оповещает команда Grass. Первое, что хочется сказать, что у нас в закрепленном сообщении говорится о том, что мы можем взаимодействовать с Grass'ом все лето, и, скорее всего, это большой намек на то, что все лето у нас будет цикличной эпохи. То есть у нас будет шестая эпоха, потом седьмая, потом восьмая. И только к осени, возможно, это перейдет в какую-то другую стадию. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо. Те ребята, кто не успели зайти в Grass, у вас еще есть целое лето для того, чтобы нафармить поинты и позже получить действительно ценную награду, на которую мы рассчитываем. Те ребята, кто участвует в Grass'е. Но те ребята, кто фармят, тут ситуация не очень простая, потому что вам придется продолжить фармить. В противном случае, ребята, которые только заходят, они смогут вас догнать и опередить по награде. А так как все аэродропы по большей части распространяются по пулам, то есть нам выдается определенный пул, и чем больше поинтов тот или иной человек получил, тот больше кусочек получает от этого пула. Поэтому если вы фармите поинты Grass, то вам нельзя прекращать это делать, потому что в противном случае вас ребята догоняют и отжимают ваш кусочек пула. Поэтому для тех, кто майнит и майнит в больших количествах, майнит через фермы, вам придется это дальше делать для того, чтобы поддерживать актуальную доходность вашей фермы в перспективе. Ну и также в Твиттере был анонс о том, что у них появился новый руководитель Азиатско-Тихоокеанского региона, который будет возглавлять эту должность и прикладывать все усилия для того, чтобы развивать партнерство в этом направлении. Это, конечно, круто, и если они сделают классные партнерства, условно, за какой-то короткий промежуток времени, выйдут на Азию, это будет очень здорово, это, конечно, даст дополнительный буст, поэтому это хорошая новость. Но из того, что у нас есть, это то, что мы можем ожидать седьмую, восьмую и девятую эпоху. В целом, ситуация не сильно поменялась, по большей части ребята жалуются только на то, что когда они майнят токены Grass, и когда они заходят на следующий день, здесь число меняется, то есть им достается меньшее количество, нежели они намайнили. Я уже много раз об этом писал в своем телеграм-канале. Вместе с тем, когда и давал прогнозы по Grass'у, которые, кстати, все пока еще сбылись, я говорил, что переживать не стоит и что у вас есть два варианта развития событий. Обычно эти поинты возвращаются в течение 3-5 дней на ваш счет. У меня так было и с некоторыми моими аккаунтами так было. Либо же, если они не возвращаются и не идет какой-то пересчет в течение недели, все равно вы не расстраиваетесь, вы майните поинты Grass, потому что в конце каждой эпохи есть глобальный пересчет, где вам возвращают поинты, которые вам по каким-то причинам отняли или не показали. В общем, там все по-честному распределяется. Поэтому не переживайте, в конце каждого месяца вы сможете рассчитывать на то, что вы и получили. Поэтому пока можно майнить все в том же режиме и не переживать за какие-то потери, потому что, скорее всего, в будущем они вернутся. Кстати, вот сейчас появилась новая эпоха, шестая, и напишите в комментариях, вернулись ли ваши поинты, те ребята, кто писал, что их нету по какой-то причине. Потому что действительно такое бывает, и сам я сталкивался с этим неоднократно. Теперь немножко про продажу токенов Grass. Здесь у нас есть ребята, которые немножко дампят курс, и, ну, это очевидно. То есть, если мы посмотрим первые мои ролики, когда я рассказывал про то, что можно продавать токены Grass, конечно, цена была чуть повыше, но, тем не менее, здесь не так много ордеров, которые исполняются, и в основном все эти ребята дампят курс вот такими маленькими транзакциями, которые, скорее всего, быстро будут выкупаться. Поэтому насчет этого, я думаю, переживать не стоит. Кстати, посмотрите, здесь выкуплено 100%. И перейдя на этот ордер, мы видим историю, в которой видно, как человек продавал поинты Grass. Мы видим, что он продал на 40 баксов, на 700 долларов, на 80 долларов, на 106 долларов и на 39 долларов. Разумеется, это не означает то, что вам нужно сейчас бежать и продавать на Wallis Market поинты Grass, потому что здесь есть определенные нюансы, и об этих нюансах я рассказал в специальном видео, как продавать поинты Grass. Так как это еще не монета и не токен, здесь есть определенные нюансы и определенные условия, которых нужно придерживаться. В частности, эти условия дает Wallis Market. И в этом видео я подробно рассказал, как нужно взаимодействовать с этой площадкой для того, чтобы сейчас уже продать свои поинты Grass, но опять же, есть определенные нюансы. Смотрите видео, там более подробно все разжевано. Если подводить итоги и давать какой-то следующий прогноз, то я делаю ставку на то, что, скорее всего, листинг этого токена будет ближе к осени. И у нас есть еще все лето для того, чтобы майнить эти поинты и позже разгружаться. Конкуренции в проекте сейчас не так уж и много, и хотя о нем очень сейчас говорят, конечно, но тем не менее, какие-то хамстеры сейчас шумят намного больше, потому что листинг не за горами. Это хороший шанс для того, чтобы сейчас зайти в Grass и нафармить поинты, потому что это можно сделать абсолютно бесплатно, и об этом я рассказывал в своих прошлых видео. Я надеюсь, что это видео чем-то было вам полезно, поставьте лайк, если это так, и если вы не хотите знать информацию о том, как можно зарабатывать на различных проектах, не подписывайтесь на мой YouTube канал. На этом буду прощаться, на связи был Cloud Geo, всем удачи, всем профита, всем пока.